Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Hyundai Santa Fe 2016 года выпуска. Объем 2,2 литра D4 HB. Пробег двигателя составляет 777 километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Производим замер компрессии. Первый цилиндр. Бара. Второй цилиндр. 25 бар. Третий цилиндр. 25 бар. Четвертый цилиндр. 25 бар. Имеется видеообзор работающего двигателя. Hyundai Santa Fe 2016 года выпуска. Объем 2,2 литра. D4 HB. Запуск двигателя. Работа двигательных холостых оборотов. Работа двигателя повышенных оборотов. Пробег двигателя 777 километров. Check engine не горит, ошибок связанных с работой двигателя нет. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.